Всем привет! Сегодня у нас обзор Intel Whitebook QC7. Этот современный игровой ноутбук с Intel Core i7 и RTX видеокартой подойдет не только для новинок игровой индустрии, но также и для работы с тяжелыми графическими задачами, вроде 3D-моделирования, производства контента, видеомонтажа и прочего. Это абсолютно новый ноутбук, он покрыт заводскими пленками, мы специально не снимали их для обзора. На него распространяется гарантия и полное сервисное обслуживание. По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться не только по номерам телефонов на сайте, но и в чаты Viber и Telegram, ссылки будут в описании под видео. Высококачественный магниевый сплав не только придает элегантному корпусу Intel Whitebook преимущество в плане устойчивости и долговечности, он также обладает значительно лучшими тепловыми свойствами по сравнению с обычным пластиком. Ноутбук оборудован IPS-экраном с диагональю 15,6 дюймов, матрица с широкими углами обзора и частотой обновления 144 Гц поддерживает разрешение Full HD. Визуализация изображения насыщенная, яркая и реалистичная, с широким цветовым охватом и хорошей контрастностью. Процессор Intel Core i7 9750H, 6 ядер, 12 потоков, базовая рабочая частота 2,6 ГГц, а максимальная 4,5. Кэш третьего уровня 12 МБ, техпроцессор процесс 14 нанометров. Действительно неплохой и мощный камень, который может превратить ваш ноутбук в полноценный медиа-комбайн для создания контента, редактирования и работы с 3D-графикой. Остальные комплектующие – это 32 ГБ DDR4 памяти и SSD на 500 ГБ. Видеокарта NVIDIA RTX 2070 Max-Q 8 ГБ GDDR6 памяти. Игровые ноутбуки с NVIDIA RTX оснащены специальными ядрами RT и ядрами для обработки алгоритмов ИИ и сочетают в себе невероятную производительность и продвинутые возможности. Улучшенная графика с трассировкой лучей и DLSS. NVIDIA RTX является самой продвинутой платформой для работы технологий трассировки лучей и искусственного интеллекта, которые преображают и улучшают игровой процесс и работу приложений для создания контента. Более 500 игр и приложений уже получили прирост производительности, улучшенную графику и полезные функции на базе ИИ, например, NVIDIA DLSS и NVIDIA Broadcast. RTX — это новый стандарт компьютерной графики. Ноутбуки на базе GeForce RTX сочетают в себе максимальную производительность, продвинутые графические возможности и элегантный дизайн. Они являются невероятно мощной платформой для самых требовательных игр и приложений для работы с графикой и видео. Ускорение с NVIDIA DLSS, максимум FPS и качество с помощью ИИ. NVIDIA DLSS, сглаживание с алгоритмами глубокого обучения позволяют получить огромный прирост производительности. Технология ускоряет частоту кадров, а также обеспечивает новый уровень качества графики и при помощи тензорных ядер в видеокартах GeForce RTX. Выкрутите настройки и разрешение на максимум и играйте с потрясающей реалистичностью. NVIDIA Reflex обеспечивает уникальное конкурентное преимущество, минимальный input lag для максимальной отзывчивости с видеокартами GeForce RTX и технологией Reflex. Повысьте скорость реакции, прицеливайтесь точнее, попадайте в цель быстрее соперников благодаря набору передовых технологий для снижения задержки системы в соревновательных играх. Творчество на высшем уровне. Выведите работу с графикой на новый уровень с видеокартами GeForce RTX. Ускорение популярных графических приложений и новые возможности с использованием ИИ благодаря платформе NVIDIA Studio. Отличная производительность для рендеринга сложных 3D-сцен, редактирование видео в высоком разрешении, решений или стриминга. Улучшите качество стриминга с GeForce RTX. Видеокарты GeForce RTX оснащены энкодером NVIDIA NVENC, который повысит производительность и обеспечит передачу мельчайших визуальных деталей лучших моментов геймплея. А оптимизации ваших любимых приложений позаботятся о том, чтобы каждый ваш стрим был на высоте. Приложение NVIDIA Broadcast обеспечивает новый уровень стримов, голосовых чатов и видеозвонков, благодаря устранению шумов, виртуальному фону и другим передовым инструментам на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Высокопроизводительная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q обеспечивает наилучшие условия для игры даже в самые современные проекты с максимальным уровнем детализации в формате Full HD. Видеокарта также помогает ускорить интенсивные вычислительные процессы при создании контента с поддержкой GPU. Игровой ноутбук Intel Whitebook Q7 обладает полноразмерной клавиатурой с разноцветной подсветкой, а также максимально эффективной системой охлаждения. Благодаря этому вы сможете включаться в игру
в любом месте и в любое время. Эта оптомеханическая клавиатура с разноцветной подсветкой обеспечивает 100% защиту от ложных срабатываний и время отклика менее 1 миллисекунды, а также другие возможности для полного контроля над системой. Она сочетает в себе механические и оптические технологии для более точного и быстрого реагирования клавиш. Благодаря оптомеханическим бесшумным переключателям с тактильной обратной связью, клавиатура отвечает требованиям как геймеров, так и тех, кто часто набирает текст. Четко очерченная точка нажатия и N-образный ход клавиш делают ее идеальным инструментом ввода. Слегка вогнутые колпачки клавиш еще больше повышают точность. Этот ноутбук справляется со всеми новинками игровой индустрии благодаря возможности включить DLSS. С такой диагональю и разрешением картинка получается без каких-либо заметных артефактов. Ссылка на ноутбук будет в описании под видео. Спасибо за просмотр. Если вам понравился этот обзор или появились какие-то вопросы, смело пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь. Всем удачи и пока! Yeah.